Вот этот пожар начался сегодня до обеда. Сегодня у нас 19 апреля 2015 года. Это город Чита. Вот этот пожар начался до обеда. С утра его не было. Как видите, вот город, вот, а горит вот на каком расстоянии. То есть туда, это место далеко от дорог, туда просто так не пройдешь, и просто так огонь туда никак не закинется. Это, очевидно, специальный поджог. И вот сейчас время уже, сначала было, горело вот здесь вот внизу, вот где-то вот здесь примерно. А сейчас уже время у нас 8 час, 8 часов где-то, вот вечера, продолжает гореть. Весь день этот участок утюжат вертолеты, тушат с вертолетов. Я не знаю, сколько денег на все уйдет, и сколько там леса сгорит, и какой-то урон будет. И я никак не могу понять тех идиотов, которые это делают. Я думаю, что как только загорелся лес, тех, кто это сделал, можно было бы поймать. Не знаю, поймали, не поймали. Потому что, как видите, вот это находится высоко от города, и даже если ты поджег, то так быстро оттуда не убежишь.